сел, я не понимаю, слышь? Поставил так. А, да, сегодня он мотоцикл поставил. Из вредности. Ну, не из вредности, просто. Просто не подумал. Не подумал. Не, он типа тебя руководил, да, что да, типа там езжай, полно места. Да. Да. Оно не полно. Я еле-еле проехал. И очень медленно. Погоди-ка. А что ты, мам, снимаешь? Я сейчас снимаю вот то место, которое я боюсь. Это у него какая-то физиотерапия, говоришь? Это у меня такая фототерапия. Вот это ты боишься? Ну, а как ты думаешь? Я не знаю, я спрашиваю. Ты в каком доме? Вот в этом они живут? Вот тут живут, да. Слушай, ну не хуже. Ой, Жень. Чё? Ну, давай. У них ещё хуже наш. А где у них вход? У них вот тут вход, вот справа. Вчера мы ехали, они тут стояли. Пап, не останавливайся. Не помнишь?